Я что хотел спросить, Леха, про вот это, про ОКГР. Я записываю, но это видео, оно хранится, я его никуда не выкладываю. Когда можно будет выкладывать? Это когда мы убьем или когда full око убьем? Как мне узнать? Скажешь или как? Когда око Полока. полностью закроется героическое, тогда только. То есть, когда Кель будет убит нами, да? Пока не убьется Кель, никто не должен знать, как мы убиваем босса. Все понял. Если инфа всплывет, значит, крайним будешь ты. Ну, сначала докажи это. Или адмирал. У меня нигде видео не выложено. Кстати, да, оба мне точно надо было исключить. Смоньте туда уже в око всех. Настю пока что на замену. Кават врит. Так, я побежал в холли палы. Вокагер. Напишите человеку, что Вокагер. Чулоков сколько не пасет. У нас 3 дня на траях, и все остальное время вы в большей степени слакаете. Мока обычка завтра будет, или завязка. Потом первая ката, несложная рейд. Первая ката, несложная рейд. Добро пожаловать в Логодром. На первую кату желательно, чтобы все попадили. Ты скажи, сколько за это ИП будет? Столько людей придет. В прошлый раз там много собралось. Сумма дайте. Так, меня пока что... Пока спектр. Леха, это френдик, перенеси меня, а то сумонят третий раз уже. Спеши, я... Сейчас ассист отдам. Поразбираешь. Короче, сегодня доводим до 30%. Сразу завершаем. Давайте первую пулу. А чё не переводим? Сегодня не стоит задача перевести. Сегодня стоит задача довести до 30%. Всего по чуть-чуть. Не ШП, это ДЦ. Заодно тех, кто не был, боль, печаль, задание. Не доступ.
Варана, помнишь, мы сегодня после РПА урезание сделал общее, и тем, кто не ходил на трай, сделал не. А вот там сейчас занято? Вы, кстати, это, тортик-то мут снимите, я послушать ее хочу. Я на голос соскучился. Не надо. Все, Артепа. Есть кто-нибудь, кто увлекается каким-нибудь конструированием из моделек, радиодеталями, чем-нибудь таким? Моделирование. Мне совет нужен тут. Моделирование. Ну, можно так сказать. Мне надо сделать приборчик и как-то его обсудить, если кто-то разбирает. Так, все, я здесь еще спек. Бутылку ставишь и садишься. Ну, это ты на БГ так и ходишь. Нашел у кого спрашивать вообще. Ну, мало ли. Так, этот, коты и нора, залейте. Сейчас, секунду, Леш. Леш, можно я тогда пока на твина пойду? Послушай. Должна вместе с нами страдать. А не ты как сидишь? Ну а как? 25, я 26. Кого подготовился, ты поехал. И один в этом. Так можно на твин пострадать? Просили он. Надо ж хила первым. Сейчас проверим, как будет работать мои игрушки. У тебя там дубанчик настроен, да, как ты это скажешь? Не, там алары нету. А где есть? Только у меня. Пока нет. Это тестовая версия. Да, она еще не рабочая. Ну, рабочая отчасти. Что я... Что проверил. Я, кстати, и резки не нашел в папке. Так, у кого корень есть? Есть. У кого? Чего? Корень у кого есть? Корень? Нехиловская, да? Переведите, пожалуйста. Тринкет. У меня, у Лёхи, у Полины. Ой, у меня, у Серёги, у Полины. В принципе, я могу её. Книгу, да. Не можешь, а нужен. Видишь, козу не так давно видел, уже чешку. Все за. Может, из-за того, что на Джайне падала эта чешка раза 3-4 подряд? Ну там не совсем эта чешка. Это из-за того, что ему другой шмот не надо. Ну то, что другой шмот. Там два человека всего лишь. Потому что у нас кастеров кот наплакал. И то, типа, всех этих кастеров уже все это есть. Слышишь, Фарад, ты кот? Ну, я бы не сказал, что миллериец. Твоя что, три хата. Ну да, не хватает, конечно. А вы... Хватает. Я был лока. То есть, грубо говоря, нам нужен один лок, одна сала, один шпешка. Плюс Фарадей Валайоби.
Рождение в Алаю. Да, у нас неделю будет. Неделя рейд РПД. Ладно, давайте на выживание поиграем. Так, что у нас по контролям? Три ханта плюс... Волок. Плюс есть друид. Сделаем проще. Четыре коста переживем. Главное пережить 4 кота. Чего там под боссом? Дальше. А ты чё, Лёх, думаешь, босс в стоящем должен положении находиться, да? Статично. Зачем его вводить? Ну да, то что понимаешь. Законтролить сейвом, да? Ты не думал две... Вот эти вот лепестки, видишь, есть вот эти полукруги такие. Два лепестка таких отставить примерно, чтобы на них не выносили лужи, чтобы там хилы примерно стояли. И чтобы когда вот каст идет, хилы на край вот так вот убегают. Чтобы они возвращались в лепесток. На хилов идет лужа. Ну вот, на хила идет лужа. Вот смотри, я хил. Идет каст, я такой выбежал примерно сюда на край, чтобы лужа... краем касалась этого лепестка, и потом вернулся сразу к костам, чтобы никто сюда не нес, и хилы выносили самостоятельно отсюда. Два лепестка. Все хорошо. Удачи. Стрибу поставлю. Мирал, включай ДБМ, сейчас проверим. Я включил, говорю, давай ассист, а сейчас буду это. Это первый не второй не. Так. Рал. Я релогаюсь, я еще внес небольшую правочку. Точнее, добавил. Короче, для тех, кто тут это не был. Смотрите, у босса. Ладно. Торгай это. В
Короче, милики, на касте перьев, на касте убирается череп, череп квадрат. Дальше это, РДД зона, начинается в ромбике, босс начинается в кресте. Как только на РДД зону бросили с лужи, прошли вперед, босса перевели в звездочку. То есть вторые лужи, получается, положились и сбежались под босса. Мобы появляются. Два друида, без разницы, тех. Народ, он, Народ Кладбон диспельте, дальше. Три ханта, киньте трапы, два лока бан и что у нас еще? И плюс, у кого есть возможность замедлить мобов, замедляйте. Контроля мало. То есть первых должно взорваться 4 моба. Так, дальше по откату. На первом, когда будут взрываться мобы. То есть, в принципе, 4, 3 ловушки, 2 бана, 5 мобов можете под... Вот потому что мы на первом дадим ШВ. Дальше, на втором, Эмирал будет твой куб. На третьем будет опять же ШВ. Ну и четвертый посмотрим. А, Лёх, смотри, я вопрос. Я в танке или в сове? Ты в сове. Кисло, ты в сове. Лёх, смотри, вопрос по Войду. Мне с ними в ротацию танкования входить или не входить? Потому что если входить, мне нужно сейф на босса отдавать, потому что мне ебанет. Если не входить, они втроем, получается, будут. Я ШВшку только чисто пузырю. Когда... Ты можешь ходить только тогда, когда, блядь, после взрыва мобов. Угу. То есть вот, когда у тебя ШВ в КД, только в этот момент ты можешь босса как-то потанчить, там, пару стак. Ну, есть у меня крик на ХП, но нужно, чтобы... Я скажу, короче, если буду забирать. Все, дальше, РДД зона, возле ромбика. Хилы то же самое. Тусуемся. Этот, милики. Право-лево разбегайте и вложите это лужи. Дальше. В связи с тем, что будет даваться ШВ, этот роги можете стан дать, по-моему, если что. Ну, то есть, вам не обязательно далеко отбегать. Отбежали немножко от босса, дали стан. 3 секунды, 4 секунды, вообще похуй. Чтобы сразу мобы все не взрывались. Хотя бы 4-5 мобов. Даю проверку. Напоминаю, если... Лужа, перед вами сразу же вперед выбегаем. Запрос. Сейчас Кирс реловнится и... Ребут? Да, ребут. Кто-то Яроваш обсмотрелся. Это сплюл, походу. Опять они прям поломали. Через полчаса будет мультики. Спокойной ночи, малыши. Обязательно пойду посмотрю. Не через полчаса, а стоп, у меня они уже кончились, отстань. Да им пол 11. Thank you.
Ебал, ты жрать уже 2 часа жрешь, сука, не переставая. Это же кофейский. Дайте ему чупачок. В каком виде чупачок? Кстати, Лёш, асгарды даже не ходят в бок. До свидания, я пошёл, да? Ну, блин, так что даже не вагонище, я бы сказал. Ладно, удачи вам, ребят. Работал, я просто сегодня еще пару функций. Точнее, одну сложную. Всем как... Как осквернение, если на меня будет перо кидаться, я буду говорить перо на мне. Я его только вот эта функция по коду занимает в 3 раза больше, чем я написал до этого. Все остальные спылы босса. А звуки поставил? Да, а куда ж без них?
А у тебя какой удух, этот пандон? Хилит-то? Угу. Да. А ты на Аларе ставил, что-то прописывал в удо? Там, допустим, вот эту херню всю. Да я и так вижу. Да у меня я на Аларе ставлю видеть все, кроме тех, что я добавлю в исключение. Что я добавляю в исключение, того я больше не вижу. Я знаешь, что думал прописать стаки на рейде, которые когда на взрыве, и стаки на танках. Я так их вижу. Ты включил видеть все, да? Это не включил. Да. Да. Мне стоит видеть все, кроме тех, которые я добавил в этот. Библкер с Полина. А можешь сказать название стаков на танках и на рейде, когда взрыв происходит? Где там дебаф, где там его добавлять? У меня дебаф стоят все, у меня он список исключений, я тебе заебусь их это перечислять. Не, не исключение, надо как называется. А я их вижу, это я не знаю. Я вижу все дебафы незнакомые, я только добавляю исключения на то, чтобы их не видеть. Если я написал, значит я его не вижу. То есть у меня обратная функция идет. Где их добавлять? На позиционку установить. Вводу дебаф, выбираешь галочку со снимаемых, ты видишь все эти дебафы. И у тебя проверить список исключения. Добавляешь, сохраняешь, жмешь ОК. Бафа не хватает. Бафы дайте. Все здесь уже. Эх. Дамару, Библ, Монород, Полина, Кесла. Чего не хватает? Я спек. Спек откатил. Кислый готов? Сейчас отобьюсь. Готов. Все, все готовы. Вето на пульс. РТД на РНЖ друг от друга. Напоминаю. Ладно, без мета. Немножко назад РТД. Падение 5 секунд. Каст, милики, отошли от босс. Мы уже появились, подошли вперед. Босс немножко в себя. Забираю. Диспелим друида. Сколько у нас танков? 4. 3. 4. Милики, что под боссом? Под боссом лужа. Все, мобов контролем, сейчас мобы начнут появляться. ШВшку. Ахилю, купол там, бля. Купол боганулся. Берем, чё. Всё, взрывайте этих мобов. Все, обратно по местам. Назад, так. Уже что там, блядь? Сейчас 4 секунды. Угу. Слушай, выйдите. Смотрите аккуратно, лужи на этой стене не видны. Правее, станьте РДД. Спелим. Меня в особенности. Недалеко от босса. Лужи, милики. Шли все, разбежались. Вторые? Да, вторые. Да, да. Босс.
Сейчас все кучно стали, контролим мобов. Купол, сейчас купол давай. Захиливаем, захиливаем. Все, мобов тех взрываем. Назад на рейндж отошли. Босса назад этот. Подвинь босса назад. Блять, ну... Говорю, босса назад подвинь. Уже. Не туда, блять, назад, в эту сторону, где стояли мы. Это вперед туда. Народ, БР кислого. Этот... Мочевола Кладбона. Кладбон Казума. Начало у меня Бэтмен. Каски. Наоборот, сделали это. Прохил. Сейчас лужи. Бафы им сразу обновите. Лужи. От босса сбегаемся. Адмирала прохил. Контроль. Сейчас ШВшка должна быть. Есть. Киливаем. Лужу дай. Сейчас. Не всех, блять. Че не всех законтролили? Три моба в контроле. Из этого положили вон сколько людей, блядь. Весь рейд был живой. Сливайте этих уже мобов и идут похуй. Трех стаков не должны сдохнуть, этот лужи. Кто там? Блядь, спамите тень. Спекают. Попадали там, ё. Не диспелит. Да кисло есть, бля, чё не диспелит? Эти шаманы есть. Диспельте. Ложите. Чё плохо, блядь, реакция такая? Очень долгая, блядь, реакция. Лужа, блядь, какого хера лужи под боссом? Неужели сложно понять, что взорвались мобы, первые мобы взорвались, надо разбежаться. И стать обратно на позицию. Босса начинаете правильно танчить, потом туда подводите, когда взрываем мобов. Когда взорвали мобов, обратно сюда возвращаете. Чё, в рейд-чат ничего не пишет ДБМ? Он чисто только, я вижу, он чисто на меня только работает. Надо понять, почему. Моя аура стоит, а только прибежал. Лёх, чё ты по сторонам света скажешь, чё, какие, кто контролит, кто получается контролит. Разрознена карта. Блядь, Локи с левой стороны, блядь, ханты сзади. Так, Су, можете? Друиды, Рой, блядь, Милики, Кават там, блядь, выбежит танк, если ты не танчишь босса. Я тогда справа. Это контроль. Ты танком можешь выбежать. Ну, я просто, чтобы не контролил ихних мобов. Я тогда справа буду встанить. Я в одного моба буду сдавать, восстану. Даю проверку. Сейчас, погоди, Лёха, я рыбу. Они, кстати, диспылят вдвоём. Ну так и должно быть. Адмирал, тебя ждём. Я же говорю, релогуюсь. Ну уже, всё, уже готов. Станьте РДД зона сразу. Босса сюда приведут к вам. Вот где я стою, вот стеночка, станьте. Что, тут обесопротов есть? Сопроты всех обязательно должны быть.
И он кирс пишет. Кого нету саппортов, сразу 500 вага. Вычисляй. Даю проверку. Я, блядь, тут стараюсь хилю, а вы, блядь, без саппорта даже выпить. Стараешься, блядь, до 30% босса довести, а тут саппорты даже хуй кто выпьет. Нахуй это. Алина готова? Чё с Полиной? Все готовы, поехали, ханты на пол. Абсорб? Не было. Босса поближе сюда подведи. Сюда поближе к нам, к Д-зоне. Потом его туда уже отведете, когда это... Когда взрывать мобов будем. Всё, разбежались. Босса наперед чуть-чуть подтянули, блядь, зажали. Страшно. Эллин. Подрал. Рано собираешь. Ну, тоже будет, тоже каст пойдет. Милики, левее берите, отбегайте левее. Все, к боссу подошли. Похитите кого-то. Контроллер раздаем. Проговорил. Локи слева, ханты сзади, там все остальные справа. Сука, купол. Есть чего-то. Не надо никакого купола. Все, стопните, пускай постоят те в контроле. Локи отпускаем. Пускаем своих мобов. Обратно босса сдвигайте. 10 секунд. Говорю, босса обратно сдвиньте, где, блять, босс стоял первоначально. Сука. Что с таймингами, блять, там? Слышите вообще, что я говорю, или нет? Неужели сложно посмотреть, блядь, за костами босса? Вы видите, что взорвалась первая пачка мобов. Сбегайте босса там, где он был первоначально. И рейд разбежится. Те мобы, которые дойдут, похуй на них. Даем, бежим. Неужели сложно, блядь, одному танку встать сюда на эту позицию и нажать таун? Чтобы босс обратно сюда... Да, пришел. Сложно. В стаке есть еще такая вещь. Блядь, заберу, стак нет, по новой. Взрыва. Допустим. Вы же знаете, что там, допустим, после взрыва забирает этот танк. Босс. По стаку. Не знаю. Короче, локи банов мобов держите до последнего, скажу. Рыбу поставил. Гойд, давай ты будешь после взрыва таунтить возле входа, где первый раз там. Хорошо. Вот, и весь рейд сразу смещайтесь за босса. Как раз в этот момент ты поддержишь, он для этого скинется стаки и подберем тебя. У меня висит. Я тоже. Закрывайте клиенты и перезаходите. Вчера такая же. Сразу живые появитесь тут возле.
чемодане. Может, он сам себе купил. Не могу идти куда. Точка. Это на взрыв мобов. Синяя точка. Синяя точка. Это когда взрыва мобов нет. Прошел взрыв синюю. Сразу босс. Прикиньте, адмирал станет отцом. Дети проснутся на новогоднюю ночь, а там, блядь, подарков. Адмирал, что, заходишь, нет? Да, захожу. Че, видишь, живой сразу. Бафы дайте. Был бы еще бессмертный, был бы вообще огонь. Массакру отдаю на свое усмотрение, когда рейд просаживается или по команде? На первом. На первом косте, потом на четвертом. Примерно. Все, остались все на позиции. По готовности ханты наполнены рулетом. Позиция на позиции. Стойте в одну шеренгу. Не надо стоять, блядь, вперед, назад. Давайте. Пуливай. Да, босс. Все, поехал. Элбдон, что ты там делаешь? Тем, видишь, где стоят? Генерал то же самое. Раз, пошел, милики. Вы уже появились, вперед пробежали. Зоны. Вот дона прошу. Все, там бот пустая стоит. Следующая лужа. Следующая лужа под босс. И под боссом бегает. И раздаем контроль по мобу. Халат там просил. Мозер, ебеняк, стоишь, тебя не силит. Че, купол сразу даю? Не надо твоего купола никакого. Диспел. Мобам контроль раздали. Быстро. Мобам шелешку. Давайте врываем. Три моба. Раз. Стопните одного моба. Стоп. Пиздец. Вы не можете стопнуть моба? Бля, вихрь не давайте. Не давайте, блять, вихрь. Вы еще хуже сделаете. Вы настолько хуже делаете. Подходит, блядь, 4 моба. Вы их, блядь, контролите. Доходят остальные, блядь, и ваши еще идут, взрывают. Надо 6 хотя бы. Ну, 2 это точно локи. А 4 еще как. Ладно, я понимаю. Где остальной контроль был? Где от локов контроль? На трапы сбили тут. Кто в трапы сбил? Звездопад отдали или что? Нет. Что трапы сбило? На гречке нет, да? Луковские два стояли, а как вот еще надо 4 моба хотя бы, чтобы стояли? Адмирал, что опять? Присните. Рыбу ставим. А им... Джипса поставьте, пожалуйста. Ставь Делоруса, Джипса, Делоруса. Убивайте мангу. Да, там как бы... Там как бы не видно тех, кто мог бы сбить.
проверку. На позиционку. А тотем корни дают на сколько целей у шаманов? Блин, все. Все готовы, ханты на пол. Каску. Ворон. На нем есть. Ну все, пока давай смотрим. На пол. Поехали. Торт по норвету. Я делаю. Фаст. Луж выбежит. Максимальным РНЖ стойте, РДД зоны, чтобы уже подальше были, если отойду. Чем дальше уже, тем проще могут. Поплыть, уже. Выбежали. Мобы, контроль. Пять. Два еще сейчас подойдет. Обратно босса возвращайте. Войд забирай. Сейчас. Босс обратно, босс обратно. Там ничего страшного не будет. Угу. Что произошло? Возвращать босса не вариант. На встречу мобам. Там два моба было, я снова пошла. Откуда урон от сверхновой 17900, если сверхнова прошла, там два моба только было. У меня прошел дебаф от сверхновой. Да пиздец, блядь. Встаем, бежим. А что ты думаешь, если он будет стоять, его танки вообще дрочить не будут? А рейд что? Ну, не сможет эти 10 луж распределить полукругом? Или как? Или чё? Просто, ну, танки задрачиваются, хуй знает с этой ходы. Так вроде бы стоял и стоял бы босс. Можешь по той же тактике просто дальше переводить на ту сторону, а потом, когда после вторых мобов развернуть... Ну, поворачивайте обратно идти. Ну, да. Как вариант. Ну, хуй знает. Получается два коста туда, два коста обратно. Да ты понимаешь, хоть та хуйня, рейду надо эту всю хуйню видеть. Каждый человек в рейде должен видеть, куда ему выносить следующую лужу, перо это. Что на месте стоять, на свободное место, чтобы не залить никого. Что перевести туда, с той стороны уже лить. Короче, этот, на взрыве, рейд, находитесь в звездочке. Не в звездочку. Короче, можете стоять немножко разрозненно, но в зоне того, чтобы вас хилы доставали. Босс. Тогда отведете вот сюда. В оранжевую метку. Вот сюда. И получится, что эти мобы, которые будут вот здесь, они сразу как взорвутся от него, а те, которые будут с той стороны, будут долго идти. Получится, что урон будет херст. Потом босса обратно в звездочку вернете, когда... 12 секунд с ШВ, если на босса давать переживу. Могу под криком поставить. Да... Если будет хилить. Сколько тебе надо? Дамару просто готовы. Все. По готовности пуляем. Рулет, если мне танчить, мне надо на босса ШВ свою отдавать. Поебись, ну ладно, где? Абсур. Адмирал, где абсорб, блин, с пула?
Калат ты заберешь вообще? 3 ДД уже упало, блядь. Или ты не видишь, что танк, блядь, упал? ФР отдаем, боже, выносим. Радвара будет. Босса, короче, вот смотрите мою позиционку сейчас там, Герон, сместите сюда. Когда мобы появятся. И все, весь рейд сюда сместят. Все, мобы появляются, босс, блядь, лужу туда вон. Кромбику, боссы. Ладно, просиливаем. Стопните там мобов пару. 4 сверхновые, нельзя, откайте те босса дальше. Все, сейчас можно взрывать. Можно взрывать, босс. Но не все сразу. Центр босса возвращать надо сейчас. Блять, короче, я спекаюсь-то. Чёрт. Так, Джив стоит. Ложитесь? Нет. Один танк лежит сейчас все равно. Адмирал, подойди, диван, да. Быстрее. А уже можно. Не фурика или в танке оставаться? Сейчас помогу там обах покаяться. Вот. Слышь, Кот, откуда у тебя такой облик? И будь клиент. У вас. Мобов, короче, замедляйте. Мобов замедляйте. Все стойте на рендже. Все стойте. Я сам мобов позрываю. Заберу босса, когда будет взрыв. Сейчас я сам мобов буду. Все стойте в полукруге, там, где мы стояли. Лужи пропадут, можете там же и стоять. Туда можно на ту позиционку перебежать и стоять там хилить, дамажить. Сейчас я зайду. Пока тоже тогда релогнусь. Так, главное, чтобы два моба были в бане и два лоба. Так, и плюс, можете замедлять всех мобов, в принципе. Я босса подведу, взорву моба.